показать гастроль сервис, показать, что есть свободная площадь, и заинтересовать, может, кто-то из белорусов приедет на эти площади и что-то будет здесь собирать. И это была задача. Так просто интерес ознакомить, потому что есть у нас производство приличное, показать. И сюда мы приехали, потому что здесь белорусская тематика, как это все представлено. И вот за 2 года продали 719 тракторов. Вот сейчас вы говорили о перспективе, о том, что в будущем такой же еще модуль ставится подобный. И там тоже будет склад запчастей. По поводу ПТП автобуса, ну, во-первых, мы сейчас ехали, где-то 3-4 автобуса видели, они бегают. То есть у нас 91 автобус ходит. За эти 2,5 года мы закупили, и в 2013 году, в первом полугодии, будет еще 50 автобусов закуплено. Поэтому перспектива развития, да, она имеет место. И сервисный центр по обслуживанию этой техники создан у нас в Тюмени. И вот сейчас мы говорим еще об автобусах, где около 20 штук еще автобусов. Где-то 15 автобусов, это Тобольск, 20 до Тюмени. Еще помимо того, что 50 уже есть контракт, где-то еще на 35 штук сюда работают. Это разговор состоялся у губернатора. И вот сегодня мы будем еще у губернатора продолжение этой темы у Шумкова, и там он будет на эту тему работать. Плюс ко всему еще развитие Ишимской площадки по части, там создание совместного производства по Мазовской системе.